партнер, да? Смотри, ты хочешь... Я в таких ситуациях часто. Да, дабл андер. Вот. Если, как я и сказал, вот только что я ему говорил, да, ни одна атака сама по себе не проходит. Тоже, что бы ты ни делал, я реагирую. Что бы ты ни делал, я... Вот так вот. Не, это уже число, да? Не, вот отсюда была ситуация. А, смотри, да, вот. Опять, вот я буду диктовать, описать. Я сейчас контролирую линию сгиба. Закрытый гард, это по сути, если мы перевернемся, это и маунт. Пройденный гард, колено на живот, сайт контрол. Это, пожалуйста. Все позиции, где я между твоим коленом и грудью, это где я, по сути, прошел твои ноги, понимаешь? Ага. То есть вот это. Я открыл линию сгиба, я ее контролирую. Я в линии сгиба, я ее контролирую. Та же самая история, да? Если представить, что у нас нет верха и низа, представь, что мы в космосе боремся. Закрытый гард и маунт — это одно и то же, понимаешь? По сути, одна и та же очень плохая позиция. Тебе нужно из нее уходить. Первым делом ты должен мои ноги отсюда убрать. Встать на ноги. Первым делом встать на ноги. Ну, смотри, скорее всего, если у меня гард открытый, тебе будет легко вставать. Я потому что, в принципе, открытый гард играю. Тебе твоя задача локти вставить. Смотри, знаешь, так не вставишь, потому что тебе нужно правым коленом упереться в мое бедро. Назад оттащить и локти ставить. Понял? Но если ты два колена будешь упирать, упирай два колена. Я сделаю вот так и вот так. Не надо. Да, одну ногу назад убери. Одну ногу чуть назад. Да, да, да. Так я не могу сделать. Да, теперь локти засунь, все, и прям выпихни меня. Все, понимаешь, все, мне уже беда. Локти должны преследовать его бедра. Да, прилипни ко мне. Не пускай. Вот ты сейчас что ты сделал? Ты сейчас счистил меня со своей линии сгиба. Не позволяй мне быть тут. Понимаешь, это первое. Дальше все, дальше я уже тут буду с ума сходить. Вот. И чаще всего совершать ошибки, на которых ты меня подловишь. Это первое. Контроль линии сгиба. Просто контроль линии сгиба, запомни. Дальше второе, то, что я тебе сказал, вот это, верни. Ага. Ты когда пытаешься ее сделать, ничего не хватает. Ну, мне... ага. Не пытайся сходить. Я понял, меня же. Ты пытаешься ее вот меня туда, давай, где? Вот моя реакция. А, ну, прям вот реальный захват возьми, вот так вот, пожалуйста. Да. Да. Парень, моя реальная реакция. Теперь вот не вставай. Ага. Ногами будь далеко, весом на меня иди. Ага. Теперь правой рукой отпусти и просто сюда прыгай. Правой рукой отпусти, да, и прыгай. Ну, я просто чуть-чуть прыгаю, чтобы это было немножко легче. Я понял. То есть, по сути, я хочу его реакцию. Я на него давлю, чтобы он назад сюда пошел. И когда он идет сюда назад, вот, если он не идет, я просто пропаду. Понимаете, если он не реагирует, я прохожу. Когда он начнет понимать, что я его здесь выиграю, все. По сути, ты ждешь, что да. Если я ничего не делаю. Я не жду, я просто реагирую на его ответную реакцию. Если я ничего не делаю. Если он что-нибудь делает, я реально просто прохожу. Если он реагирует, отлично. Ты даже не держишь, не проталкиваешь его. Просто все бросай. И смотри, Тимур. Посмотри на мое правое плечо. Молодец, how about you?